друзья, приветики. Нахожусь в парке сейчас. Тут у меня импровизированный шахматный столик. Буду снимать для вас рыбный мукбанг. Купила, короче, наконец-то рыбу себе. Короче, леща сухого и леща копченого. Да, одни лещи. В общем, в пятницу искала себе всякую сухую рыбу. Удалось купить в упаковке в КБшной. Ну, в КБ, короче. Ассортимент КБ купила. Уши свиные, вот эти резанные. Две воблы в упаковке. Вшивы какие-то мелкие. Что еще там? Сухари покупала. Что-то еще. Четыре вещи у меня было. Короче, ладно, неважно. Вот. Не ППшный влог, так что зожники прошу не писать. Она курит, она рыбу ест. Ну, короче, это не удовлетворилась. Хочу сухой рыбы просто, сухой какой-нибудь. Но если уж не какой, то копченый. И вот сегодня мне удалось купить. Сейчас вам покажу свою вкусняшку. Буду сейчас есть. Ем в парке, буду есть в парке, потому что, знаете, дома и так вонища рыбой. Я ж купила этот ментайто филе. Заходишь какой-то в рыбный магазин, отсвечивает все, даже не вижу себя. Какой-то в рыбный магазин заходишь. Еще сейчас вот эту соленую копченую, если поесть, это вообще будет трындец, ребят. Поэтому вот сейчас в парке культурно отдыхать умеем. Без пива, без ничего, буду запивать минералочкой. Просто хочу рыбы. У меня еще стресс. И мало того, что я не могла ее долго купить, наконец-то купила, прям сегодня и съем. Ну, не всю, конечно. Что не съем дома, замотаю в пакеты, заморожу. Сейчас покажу вкусняшку. Короче, прикиньте, я вот так вот взяла листочек. Это вот так вот я нашла себе место. Ну, я знала, что здесь столики есть, когда здесь бывала раньше. Так, сейчас отодвину. И это, чтобы не улетело, минералочка. И рыбка, смотрите. Два копченых лещика. Блин, с них, наверное, и начнем. У меня уже слюна текет. А, думала, салфетки не взяла эти. Руки-то вытирать. И все остальное. Вот. Один рыбасик. Такой вот. И, короче, вот тут в упаковке три леща сразу. Ну, она как бы запакована. Это сухие. Тоже хочу. Хочу, не могу. Сейчас будем есть. Правда, не отвечаю за качество видео, потому что у вас слюни текут этот. Ну, солнце все отсвечивает. Короче, ладно, сейчас приступаем. Не знаю, видно будет, не видно. Как-то плохо все видно, короче. Ну, отсвечивает. Я уже на другую сторону села. Нажата у меня нет. Просто кайф, ребят. Просто кайф. Это запланированный зажор. Не съест с диеты. Потому что я говорю, я очень давно хотела сухую рыбу. Ну, сейчас вот эти копченые увидела лещи. Тоже захотелось. Ой, с икрой. Очуметь. Руки-ножи, короче говоря. Руки-ножи. Надо аккуратненько, чтобы икру не повредить. Так, ну-ка, кишки. Тут еще. Вот отдельно кладем. Не выбрасываем. Икра. Икра, икра. Вкусняшка. Трындец пипец. Трындец пипец.
Значит, видите, все подготовлено, все, даже на бумажечке вот тут вот все. Народа нет почти. Какой дурак будет в это время ходить по парку? Так, проходится кто-то. Пенсионер. Вон бегунью вижу. А, зачем ты падаешь? Знаете, икра не соленая. Значит, рыба должна быть малосоленая. То когда сильно соленая рыба, икра тоже соли полно чувствуется. А раз такая полусоленая, значит, все нормиком. Вы знаете, как я люблю все эти рыбы. И это. Сколько не ела их. Недель и месяцев. Завтра теку, наверное, как собака. Но что делать? Хочу. Наверное, много говорить не буду. Чисто посмотрите, как я обжираюсь рыбкой. Работают, работают. Модерн. Если что, это вообще мой завтрак, можно сказать. Я еще ничего не ела сегодня. Чай выпила без сахара, просто заварка утром. Типа вот эта еда была. Ну и сейчас вот рыбец. Ну, сейчас рыбу поем, естественно, тоже ничего больше есть не буду. Не знаю, видно, нет вам вообще. Надо уже не только за грибами ходить, за ягодами. Уже, наверное, рыбалку ездить, чтобы не было таких проблем, что невозможно найти сухую рыбу. Это ж вообще пипец. То ли не сезон сейчас, потому что зимой никогда такого не было. Я в пятницу зашла в 3 или 4 магазина. Но нету рыбы сухой, нету. Скумбрия и селедка, весь ассортимент. Начиная от рыбы просто на развес. И заканчивая пресервами. Кстати, какой-то лещ, это, знаете, он местами какой-то желтоватый. Надеюсь, он не тухлый какой-нибудь. Я почувствовала бы. Может, вы в чем-то мочили? Цимус.
Короче, место я себе нашла шикардосное. Реально вот так вот. Место для поедания рыбы. Какие тут шахматы. Надо эти доски закрасить и нарисовать рыбы. Ночью приду, так и сделаю. В том году с Ритуськой, когда тоже после, ну в это же время получается, в июне, сейчас июнь, когда ездили тоже за ягодами, там проезжали одно место, ну типа платная рыбалка какая-то. Потом я посмотрела в интернете. Там можно все взять на прокат. Ну, типа удочки или спиннинги, как там называют. Мы еще в том году... Рит, я говорю, что-то, блин, хочется съездить, поехали. Ну, она вроде так пообещала что-то. В этом году надо ей напомнить. Попробовать. Вдруг у меня удачно все будет. Вдруг я прирожденный рыболов. Как раз там можно будет узнать, спросить, что куда вставлять. И что как кидать. Ну что, ребят, я прям приговорила уже рыбинку-то одну. Честно говоря, я уже насолилась. Но хотя бы половина сожру этого. Вяленый. Это какая, самая маленькая или нет? Или они все одинаковые? Не, ну дурдом. В пятницу не найти рыбу соленую. И тут, короче, два мужика на меня смотрят. И третий дедок тоже очумели, видимо, от увиденного. Ну что, как-то так. Сейчас. Они туда пошли за стенку тоже, видимо. Слышите, да? Так, подождите. Это мне надо. Что-то какой-то один оторвался, что ли. Обычно двойной же. Так, сейчас подождите, ребята. Ой, этого тоже попробуем. Я думала, я одна придумала такую. Девушка, здрасте. Здравствуйте. А у вас нету этого салфеток тоже, да? Есть? Ну, есть, если вы своими руками возьмете вот тут, потому что Я вам приятного аппетита. Спасибо большое. Мы тоже так же. Я уже поняла, да. Копченый, кстати, вкуснее был. Сейчас бабульки идут на меня, уставились. В шоке, видимо.
Не, ну этот такой. Ну, если, знаете, за неимением лучшего, как говорится, объезжать магазины и найти только это, уже радует. Так что как-то так. Так. Но все равно, знаете, с пивом было бы вообще круто. Вот это вот, оно соленоватое. Да, вот это с пивком надо. Сейчас еще будет фокус-покус. Это еще не все. Самое интересное впереди. Скажет, одна сидит с собой, сама с собой болтает. О, потемнело вроде бы, да, солнышко ушло. Сегодня перлат по-летнему после перерыва. Так, это я даже не знаю, мне пока даже выбрасывать сюда не буду. Так, там уже все почти. Сейчас. Зажигалку всю капает. Все с вами ношу с собой. Где цвета делали? Жиг-то не было. Спики только. Шик модерн.
бесподобно. Там еще нормал. Сейчас вот это положу сюда. Прям в это, в кишки. Пальцем. Протарим все. Я думаю, уже закончились. Не, нифига. Ну, это хорошо. Чтобы потом не воняло ничего. Ну, что, как-то так. Сейчас. Я же говорю, чтобы с пивасиком вообще было. Вы просили мне мукбанг, я вам его сделала. Так что, как-то так. Ладно, буду заканчивать. Люблю вас. Пока-пока.